Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Газовый пистолет Вальтер P99, немецкая компания Umarex. Постреляем, попробуем, посмотрим, что она из себя представляет. 15 патронов в магазине, один в патроннике, первый выстрел самого звука. Патроны холостые, чешские, SMB. Отработал отлично, встал на затворную задержку. Вальтер P99, тестируем. Патроны газовые, отечественные. Терн 3. Посмотрим, как будет работать. Первый патрон недовыбросило, следующий был подан. Отработал, встал на затворную задержку. Патроны отечественные, видимо, не очень хороши. Ну что ж, пистолет отработал нормально, без задержек. Одна задержка из-за, видимо, некачественного боеприпаса. Классная машинка. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока.